Так, ребята, это будет Coach Life Travel видос про то, как прекрасна наша жизнь. Вы только можете себе представить. 4 года назад я полностью ликвиднулся на всю свою крипту, и не только на свою даже. И не только на свою. Вот. И это при том, что я уже был гуру и криптоном, и уже рынок сделал 100 иксов, и уже я заработал на нем приличные деньги. И после этого меня ликвиднуло нахрен. После чего я начал делать видеообзоры. На BitMEX я сделал видеообзор. А, или до того. Ну, примерно в этот момент, короче. Давайте повернем отсюда. Я сделал видеообзор на BitMEX. Стал популярным криптоблогером. И мы с вами превратились в 100-тысячное гребаное комьюнити. Но, to be honest with you, мы почти 100 тысяч пробиваем, ребята. Поэтому вы можете прямо сейчас подписаться на канал, поставить лайк, чтобы успеть войти в первую сотню. Вот. Плюс у нас будет супер-мега-розыгрыш, когда мы пробьем 100 тысяч. Так вот. Что хочется сказать, друзья, на самом деле за эти 3 года был совершен просто нереальнейший скачок. Не только крипторынка, который поднялся биткоин с 4000 на 69 и многие альткоины еще выше, а личностный скачок, как и вашего покорного слуги, так и, я думаю, каждого из вас, ребята, и многих трейдеров, и майнеров, и инвесторов, и ходлеров. Напишите, кстати, в комментарии, являетесь ли вы майнером, трейдером, инвесторам или тем и другим и третьим, потому что, конечно же, наша индустрия большая, и я хочу вам сказать, что майнинг – это как раз самое мало затронутое ответвление всей этой криптоиндустрии на нашем канале, я имею в виду. На нашем канале практически мы не говорим ничего про майнинг, хотя давайте поймем с вами, что майнинг – это вообще фундамент блокчейна биткоина и, ну, основа. Майнинг – это основа безопасности сети биткоин. Именно сети биткоин, proof of work. Не вот этих всех proof of stake щиткоинов, которые там, главное, как можно больше их положить в стейк. Это все ерунда и пирамида. Вот proof of work – это реальная тема. И, к сожалению, сейчас многие не понимают, того, что, в чем ценность вообще блокчейна, биткоина именно, и в чем ценность Proof-of-Work. Потому что им пофигу, они пользуются все равно централизованными биржами, они пользуются кастодиальными сервисами, кошельками и так далее. Всем впадлу хранить свои приватные ключи. Вот, поэтому вот это то, на самом деле, что... В чем я вижу свою задачу, в первую очередь. Это не то, чтобы заряжать вас в лонги там или в шорты по BNB, а в том, чтобы объяснять вам, в чем вообще фишка блокчейна биткоина, в чем фишка биткоина, в чем его ценность и почему нужно использовать именно холодный блокчейн. Холодный блокчейн биткоина. Я имею в виду не всякие биржевые кошельки. Конечно же, если вы торгуете, вам в моменте удобнее использовать биржу, меньше комиссии, все быстрее, легче ликвидности и так далее больше. Это все понятно. Но в долгу, если мы говорим про накопление и про именно криптоэкономику, то нам с вами надо будет, просто мы обязаны именно накапливать, держать именно битки, я не знаю, там, лайтки, какие-то криптовалюты на своих кошельках, ребята, и ими делиться друг с другом. И, кстати говоря, вернувшись к разговору, как меня полностью ликвиднуло несколько лет назад, да, меня полностью ликвиднуло только потому, что я держал все свои средства тогда еще на биржах, на BitMEX, на Bybit, и только начинался. Практически все. То есть у меня малюсенькая подушка безопасности оставалась на холодных кошельках, и потом я очень сильно этому жалел. Понимаете? По этому поводу. Потому что, конечно же, было бы круче, если бы на торговом счету было, скажем так, меньшая часть средств. Вот и все. И это важно понимать, потому что я знаю, что из вас большинство, у большинства из вас, кто трейдит, большинство ваших средств на торговом счету. Многие скажут, у меня всего там $100 или $1000, или еще что-нибудь придумают себе какую-нибудь другую индульгенцию. Но по факту так тоже нельзя. Даже если у вас всего $100, значит торгуйте на 10. И, ребята, вот это реально хороший совет.
потому что рано или поздно всех смывает. Ну так вот, да, меня смыло, я полностью очистился. И за 5 лет, вы видите, да, я дошел до чего. Я еду по Буэнос-Айресу на своей машине, пускай там и не Ламборджини, но я, кстати, не фанат всех этих понтов. У меня даже часов нету, если что. Вот, зато я кайфую, я понимаете, как вам сказать, я живу полноценной жизнью, чего и вам на самом деле желаю. И не хочу, чтобы это видео получилось каким-то там занудным, там а-ля, я не знаю, там вы сможете, как вот Карлуха, этот там закон притяжения. Хотя это тоже работает на самом деле, если вы почитаете Зеланда, то он, в принципе-то, не глупый мужик. Вот, единственное, что, естественно, это все не так буквально надо воспринимать, надо что-то делать по-любому. Потому что под лежачий камень вода не течет. Но и вторую мудрость надо соблюдать, что если ничего не делать, а сидеть просто у реки, то увидишь, как по ней проплывет труп твоего врага. То есть, грубо говоря, в нашем деле, как вот в трейдинге, нужно соблюдать два правила. Не торопиться, не затягивать. Также и здесь по жизни надо тоже соблюдать два правила. Как бы делать все и ничего не делать, что ли. Как-то так. На самом деле, очень сложные какие-то вопросы мы затронули уже с вами в этом видео. Это при том, при всем, что оно обещало быть короткое. Я просто хотел вам показать клевые виды Буэнос-Айреса, в который, кстати, мы сейчас въезжаем. Это все была провинция, а мы сейчас с вами въезжаем непосредственно в Капиталь Федераль. Но об этом с вами в следующем видео у нас с вами. А пока что я хочу сказать, все ссылки в описании. Чуваки, пожалуйста, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, говорил мой дед. И он абсолютно был прав. В трейдинге то же самое. Не торопитесь слить свой депозит, успеете. А вот заработать иксы, это реально гораздо сложнее. Поэтому, даже несмотря на то, что я там говорю и показываю вам в видосах, ну вы поймите, меня прет тоже как скотину. Я вижу свечку минутную. Я же, ну у нас у всех с вами есть азарт. Когда ты хоть раз заработал на трейдинге, ты по-любому впадаешь немножечко вот в это состояние азартное. Поэтому, ну что, я стараюсь в него тоже не впадать. И вам рекомендую заниматься чем-то другим. Трейдинг должен быть как хобби. Я это не устаю повторять. Потому что если вы постоянно будете трейдить или там скальпить, ну, не знаю, если вы даже в безубыток при этом будете выходить, то я просто как бы буду аплодировать стоя. Но на самом деле я боюсь, что вы даже в безубыток в долгую не выйдете, потому что трейдить нужно редко. Вон, посмотрите, Боба Лукаса свежий видос у нас вышел на канале. Сейчас появится сверху вот там. Вот этот чувак делает реально 1,5 трейда в 2 года, и они того стоят, поверьте мне. Вы там будете забирать десятки иксов на споте без нервотрепки. Вот к этому надо прийти, на самом деле. К этому надо прийти. Или к тому, что, в принципе, я, кстати, вам показывал раньше. Если вы заметили, я в своих трейдах в последнее время стал брать очень большие плечи. А раньше я вам показывал трейды во втором, в третьем плече. И я реально так торговал, и более успешно. На самом деле, если вы торгуете, если вы априори стоите в первом плече, то вам даже просадка в 40% не так страшно. Вы там доберете только до третьего или до пятого максимум. Вот о чем речь. И на самом деле это очень важно, чуваки. Потому что тех, кого смыло вот недавно, допустим, на проливе, там в 10-м, в 15-м плече, да даже в 5-м кого-то могли смыть, тех не смыло во втором, и они только добрали до третьего, понимаете? Поэтому это очень важно тоже, чуваки. Но об этом продолжим на следующих стримах. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам нравится такой формат, ставьте лайк обязательно, если вы хотите больше travel-влогов. Но вообще мы сейчас делаем полноценный видос про крипто Буэнос-Айрес, крипто-Аргентину. Так что я надеюсь, он скоро уже выйдет. И вы его обязательно посмотрите, залайкаете, комментируйте и найдете в нем что-то для себя полезное. Вот, ну а у меня на этом все. Это был Гринч, канал Crypto Commons. Это утренний вайрос. Надеюсь, немножко позитива вам в ленту подбросил. Всем профитролей. И до следующей встречи.